Всем привет, мои дорогие! Сегодня поговорим, зачем парикмахер моет голову перед стрижкой, даже если голова чистая у клиента. Мытье волос является обязательной технологической частью процедуры. В дорогих салонах эта услуга уже включена в стоимость стрижки. В эконом-классах данная услуга идет отдельно. В мокром виде волосы гораздо пластичнее, чем в сухом состоянии. С мокрыми волосами парикмахеру, стилисту, неважно, проще и быстрее работать. И, конечно же, от чистой головы волос зависит качество стрижки. То есть, поэтому парикмахер или стилист какого-либо салона обязательно должен предлагать данную услугу.